Каждый дождь для жителей микрорайона Мостовая – настоящее испытание на стойкость. 24 июня поселок пострадал из-за природной стихии. На город обрушились шквалистый ветер, гроза и ливень. В результате Мостовая была частично затоплена дождевыми водами. В это время глава региона находился в рабочей командировке, но успел получить от жителей сообщение с просьбой о помощи. Поэтому отправился на встречу сразу после аэропорта. Больше всего пострадали улицы Российская, Ботаническая и Ростовская. Некоторым участкам подъехать невозможно, размыло грунт. Причина подтопления – забитые ливневые канализации. По нечетной стороне улицы Российской, то есть как бы закрыли вот эту так называемую канаву, попытались обустроить, но не успели работы закончить. То есть у нас был второй этап предусмотрен в этом году, и в принципе мы уже практически к нему подошли, к его реализации. То есть как бы колодцы были, но с учетом того, что воды много, вода просто размыла грунт. Однако, по словам жителей, никакие подготовительные работы по очистке канализации от воды и мусора проведены не были. Мостовая находится в низине, а вся вода, которая скапливается в северной части города, идет прямиком в поселок. Глава региона напомнил представителям муниципальной власти, что за обустройство частного сектора ответственны именно они. Кто вспомнит, когда был последний дождик? Если не считать вот это, уже никто толком не помнит. О чем вы говорите? Какие дожди у вас прошли? У нас урожай под угрозой того, что скоро весь убирать нечего будет. Вы что сказку нам рассказываете? Еще раз говорю о том, что почему не было организовано работы? В марте, в апреле, в мае, в июне. 4 месяца. Обычно мы готовимся вот к таким очень сложным погодным условиям. Губернатор поручил в ежедневном режиме обследовать водоотводные канавы, а также изыскать средства из бюджета. Заставим город изыскать в условиях вот сегодняшней ситуации. Если надо, то и из области выделим дополнительные финансовые средства для того, чтобы в течение июля, августа и все последующих месяцев здесь была проведена большая работа. Кроме этого, поручено установить на территории Мостовой пожарные гидранты. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.